На прошлой неделе МЧС региона провели тактико-специальные учения по ликвидации условного пожара. Объектом была выбрана ТЭЦ номер один. В тактико-специальных учениях принимали участие все подразделения МЧС. По легенде, в 7 часов 10 минут от дежурного диспетчера в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о техногенной аварии, в результате которой пострадал обслуживающий персонал и произошел условный пожар. Отрабатывались вопросы по извлечению пострадавших из цеха, была организована подача специального вещества. Пожарные проложили рукавную линию в цех, где произошло возгорание, и приступили к тушению пожара. Одновременно расчеты проводили боевую разведку. Кроме того, спасатели провели эвакуацию пострадавшего с кровли здания с помощью альпинистского снаряжения. В роли пострадавшего выступил манекен. Все подразделения отработали хорошо. Замечания всем уже помогли. Помимо этого, спасатели регионального отделения Россоюз Спаса в костюмах химзащиты проводили работы по ликвидации утечки газа. Ликвидировать аварию на ТЭЦ удалось в кратчайшие сроки. Андрей Творогов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.